всем вам, которые оценили мой труд 17 лет, конечно, немало. Наше поколение много сделало для того, чтобы вот те стихи, которые ведущих читал, чтобы в жизни были притворены. Ну, вы знаете, что будущее за вами, сидящими здесь в этом зале, кто смог прийти и кто не смог прийти. За вами будущее. Потому что при всех недостатках денег, ресурсов, там все что угодно, вы завтрашний день сегодня делаете.